В Ямало-Ненецкий автономный округ Минздрав направил главного инфекциониста в связи со вспышкой сибирской язвы. В регионе введен карантин. От болезни погибли более 1000 оленей. Причина вспышки – аномальная жара. В течение месяца температура держалась на отметке в 35 градусов. 42 человека отправлены в больницы. Ни у кого диагноз не подтвердился. Военно-транспортная авиация перебросила в округ группу войск химической и биологической защиты, а также более 30 тонн активных препаратов для обеззараживания местности.